А вот это ты с чудищем справился. Вы ведьмак, я правильно понимаю? Здравствуйте, я увидел объявление. А мне говорили, зачем вешаешь? Уже никто на чудовищ не ходит. Вышел, по-моему. Что за чудище-то? Разные говорят. Бабы, когда вечером сети чистят, говорят, что Кощей это или Мантикора. Да, я так думаю, вздор все это. Мы бы спросили у жриц Фрей. Как до святилищ не доберешься. И никто это чудовище не видел? Хотя бы издалека. Видели, конечно. И сблизи, и совсем близехонько. Только живыми не уходили. Я сразу говорил, что с чудовищами обычный человек не управится. Но зверь уперся, дружину собрал, и четверо их вернулось. Остальных тварей-то порвала к востоку от деревни. Это как... поможете нам? Поговорим о награде. Вы торговаться хотите? Как вы их мерите-то, чудищ? Сколько пядей в холке или... Зависит от вида твари. За утопца меньше, за куролиска больше. Но мы-то не знаем, что у нас на тракте завелось. Вы эту тварь убейте... А мы поговорим. Ну, цену надо определить заранее. И добавку за непредвиденный риск. Ну и сколько? А и пускай. Вам же шею подставлять. Я займусь этим чудищем. Да вас это не впервой сразу видать. Не то, что наши. Горячие головы, а никакого разумения. А где мне найти 4 уцелевших воинов? Хотите со Сверей поговорить? Может, и правильно. Вон они там сидят. У хаты. Пойдешь со мной на пир, Ярко? Вместе веселее будет. Может, и так. И... не хочешь насовсем переселиться? Ого. Вы должно быть... Нам. Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары. Я хочу сыграть в карты.
пошла. Вот ведьмака спроси. Он тебе скажет, что чудища ловушек не расставляют. Что случилось? Ну, слыханное ли дело, чтоб чудовище дорогу телегой загородило и ждало затаившись рвать его мать? Они ж нихера не смыслят. Смыслят, не смыслят. А этот двоих наших разорвал на клочки. А мы бежали, как крысы. А ведь им погребение полагается. Вы правда думали, что у вас получится? Что вы сами справитесь с этим чудовищем? Надо же было попробовать. Кто, как не мы? Думаете, на Ларвик ведьмаки каждую неделю заезжают? Может, расскажете, что произошло? А ты спрашивай. Где вы попали в засаду? Недалеко отсюда, на дороге к Лафотену. У леса тракт загородили телегой. Мы едва подойти успели, как что-то зашуршало по подлеску. И ух! Мне глаза кровью залило. Пока протер, смотрю, а Эйнар лежит мертвый. Вы запомнили, как выглядело это чудовище? Темно было. Каспар выдумывает, будто что-то там видел, но... А я видел. Здоровый был. А морда у него вся кровью заляпана. Унги он почти что напополам когтями распорол. Интересно. Спасибо. Это за что же? Эй! Ого! Ялмаран Крайт с тремя товарищами на Унгвик отправился. Лук, топор и меч против великана! Эйя! Дал какие великие ума! Может, сходим на охоту? Как... От того, что когда-то жрень стал последним, он мудрым боится. Оставь ты меня в покое. Не моего это ума дело. Великая, могущественная Фрейя, сделай так, чтобы мы смогли выполнить то, в чем клялись. Дай нам силу, отвагу, быстрые руки и зоркий глаз. Веди нас! Ну, ребята, за дело! Очистим эту шахту! Что-то действительно разнесло его на куски. Мало что осталось. Звери утащили растерзанное тело в лес. Похоже на кровь, но... это красная глина. А, такой глиной накеры воины отмечают свое место в стае. Похоже, накерами управляет какое-то разумное существо. По крайней мере, оно умеет ставить примитивные ловушки. Следы ведут в лес. Место для гнезда.
головное гнездо. Кажется, у меня появилась компания. Не нарывайся, не то будешь иметь дело со мной. Эй, эй! Про ледяного винтовил. Ну так что, поможете нам? Убил я ваше чудище. Фрей, милосердный, сдох ублюдок наконец-то. Фу. А теперь рассказывайте. Тяжко было. Подлечить вас не надо? Нет, все в порядке. И правда. Человек вы привычный. Непростое ремесло это ваше ведьмачество. А вот и награда. Пожалуйте, это вам. Спасибо, будь здоров. Поверить.
Соблюдай наши обычаи, прихода. А ты кто такой? Ты что здесь делаешь? Я бы мог у вас спросить то же самое. В таких местах часто селятся трупоеды. Ну да. И они становятся все наглее. Вылезают, даже на живых набрасываются. А мы их перебьем. Очистим шахту своим оружием, своими руками. И покроем себя славой во имя наших отцов. Я ведьмак, мог бы пойти с вами. И забрать у нас славу? Как бы не так. Зачем вам слава, если гули будут голодать ваши кости? Ну, в общем, может, ты и прав. А, ну ладно, тогда иди первым. Этот последний. Надо вытащить оттуда труп и сжечь. Другие гули не побрезгуют мертвыми товарищами. Правда. Хорошо, что ты с нами пошел. Видно, тебя охранила Фрейя. Мы тебе до гробовой доски будем благодарны. Благодарностями все разбрасываются, а вот деньгами не то чтобы. А, ну да, верно. Прости, мы все еще не отошли от схватки. Как ты их рубил? Ха-ха. Возьми вот. Спасибо. Всего доброго. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор.
Чужак, думай, куда идешь. Держи. Давай, плотва! Отдохни. Можно с тобой поговорить? Я здесь для того, чтобы служить паломникам. У меня дело более приземленное. И что тебе нужно? Говорят, вам досаждает Моркварк. Так его зовут? Я мог бы им заняться. Если справишься с ним, это будет великая радость для богини. Это хорошо, но я работаю за деньги. Я так и поняла. Не волнуйся, я заплачу. Но только если ты избавишь нас от Моркварга навсегда. Его уже убивали. Но проклятие каждый раз возвращало его к жизни. В объявлении, которое я прочитал, не было ни слова о проклятии. Все местные о нем знают. Может и так, но я не местный. Хотелось бы узнать побольше. Верховная жрица Ульва наложила проклятие. Оно приковало Морквырга к роще на вечные времена. Даже если его убивают, он возвращается. А что это за Морквырг? Никогда не слышал о таком чудовище. Ничто. Кто? Самый гнусный человек из всех, что знал Скеллиги. Для него не было ничего святого. Он нападал на земли собственного клана. Брал золото Нильфгаарда, убивал беременных, а детей... Ну, таких полно. Говорили, что боится он одного – гнева богов. Моркварк решил доказать всем, в том числе и самому себе, что это не так. И приплыл на Хиндерсфьяль, чтобы ограбить рощу богини. Это было много лет назад. Верховная жрица Ульвы стала у него на пути.
Он вонзил ей нож между ребрами и бросил в грязь. Перед смертью жрица наложила на него проклятие. И Моркварк превратился в чудовище. А что это за... Ниш, сам говори, верховная жрица. Давай уточним. В наши дни чудовище — понятие расплывчатое. Даже меня так называют. Мне добавить нечего, я его не видела. Но... Да? Поговори с Тордером, сыном Эйнара. Он был в роще, когда туда ворвалась дружина Морквурга. Видел все, что случилось. И единственный из паломников ушел живым. Он поселился в Ларвике. Он на пристани должен быть, если в море не ушел. Прощай. Да защитит тебя богиня от всякого зла. Склони голову перед Модрон Фрей. Что, если трус говорит правду? Если он нас не оставил, а просто... Хватит. Держи. Он был неназванным братом. Мы на одном дракаре сидели плечом к плечу. Вместе черных лупили. Но когда на нас напали, он сбежал. Бросил мать, сестру, нас всех. Не торопись. Но пошла. Не торопись. Но пошла. Здравствуй, Йен. Наконец-то. Я уже мерзнуть начала. Надо было теплее одеваться. Угу. Еще скажи, чтобы я на холодном не сидела. Ну, идем. Пошли. Я была на Хиндарсфьяле довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотен где-то там. Разоренные хаты, свежие могилы. А, похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. Разговоры о дикой охоте всегда не вовремя. Анна, они едва бриться-то начали, а вот уже лежат в земле. А я живой, и ничего-то со мной не сделалось. А, может, так в звездах было писано. Эрика. Почил во славе. Я, сын Олафа. Почил во славе. Курганы наших близких взросли травой, но память о них... Какой-то ритуал. Придется подождать. Вот уж нет. Сестры, простите, что я вас прерываю, но у нас к вам дело. Видишь же, здесь поминают умерших. А мы ищем того, кто еще может быть жив. Пожалуйста, это срочно. Тогда говорите. Говорят, эту деревню уничтожила дикая охота.
И это правда. Хотя нам немногие верят. Вы, наверное, тоже не верите. Вы видели всадников на конях-скелетах? В заиндевевших доспехах? Да, именно так. Они подошли к берегу в ладье из ногтей мертвецов, как в легендах. Лейв заорал, чтобы уводили детей. Тогда они вошли. Они рассекли ему лицо. Он пытался что-то сказать, но кровь. Вы хотели о ком-то спрашивать, а не раны бередить. Хватит! Что случилось потом? Продолжай. Я выбежала, чтобы позвать на помощь. Затащить Лейфа, но столько тел. И Оли, и Ингвар, маленький Нейки. Куда уехали всадники? К морю, по пустоши, на конях из костей. Из костей и льда. И хватит, излагайте свое дело. Сейчас же. Мы ищем девушку по имени Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Нет ее здесь. Разве что в могиле. То есть я такой не припомню, но я столько тел похоронила. Могла и забыть. Это Цири. У нее был шрам? Вот здесь, на щеке. Да, да. Что с ней стало? Не знаю. Я видела ее всего миг. За миг до всего этого. Она была на конюшне с трусом. Будь он трижды проклят! Ты запомнила еще что-нибудь, хоть что-то? Она выглядела усталой, очень усталой. И волосы у нее были мокрые. Теперь мы знаем, что она мыла голову. Превосходно. Мне очень жаль. Трус. Прости, трус. Трус сказал бы вам больше. Этот трус. Имя у него есть? Было. Пока Тинг не вычеркнул его из саги предков. Он как бы исчез. Закон запрещает прикасаться к нему, разговаривать с ним, даже имя его произносить. Что он такого сделал? Сбежал от дикой охоты. Он один. Нам придется поговорить с трусом, даже если это противоречит вашим обычаям. Вы опоздали. Он ушел в рощу сражаться с Морквургом. Трус, который рвется в бой. Только я вижу здесь противоречия. В этом все и дело. Убив Морквурга, трус доказал бы, что старейшины ошиблись. Вернул бы себе честь и имя. Интересная процедура апелляции. Очень в духе Скеллиги. Я не смеюсь над вашими законами и прошу от вас того же. И где эта священная роща? Недалеко, к северу отсюда. Раньше мы выращивали там лечебные травы. А теперь? Теперь можно подойти только к дереву, которое посадила сама богиня. Туда мы приносим наши дары и просьбы. А те, кто спускаются ниже, остаются в роще навсегда. Морквург? Что это? Скорее, кто? Самый гнусный человек из всех, что знал Скеллиге. Для него не было ничего святого. Он нападал на земли собственного клана. Брал золото от Нильфгарда. Убивал беременных. Детей. Я таких знаю. Говорили, что боится он одного. Гнева богов. И Морквург решил доказать, как сильно все ошибаются. И приплыл на Хиндарсвьяль, чтобы ограбить рощу богини. Это было больше 10 лет назад. Верховная жрица Ульвы стала у него на пути. Он вонзил ей нож между ребрами и бросил в грязь. Перед смертью жрица наложила на него проклятие, и Морквург превратился в чудовище. Проклятие, чудовище. Кажется, для тебя здесь найдется работа. Я могу избавиться от Моркварга. Не знаю, во что он превратился, но думаю, серебряный меч в этом поможет. Все не так просто. Уже нашлись такие, что сумели победить Моркварга.
но он всегда возвращается. То есть наложено проклятие. В таком случае мне нужно больше сведений. Понимаю. Но я рассказала все, что знаю. Поговори с Тордором, сыном Эйнара. Он был в роще, когда туда ворвалась дружина Морквурга. Видел все, что случилось. И единственный из паломников ушел живым. Он поселился в Ларвике. Он на пристани должен быть, если в море не ушел. Спасибо за помощь. Вы собираетесь в рощу? Не люблю, когда туда входят чужие. Ну да ладно. Обычай велит, чтобы паломники принесли под деревом жертву собственной кровью. Трус наверняка поступил так же. Разве что у него не было не только мужества, но и уважения к Фрейе. О, за нас не беспокойтесь. Мы с Геральтом всегда чтили богов. Преклони колени перед богиней и воздай ей почести. Торгум, зачем тебе одному такой большой дом? Они уже не вернутся. Один ты остался. Чем его чинить, переехал бы ко мне в Ларвик. Что, плохо бы тебе у брата было? Плохо. Я бы видел твою жену у очага, дочь за прялкой. И думал бы о моих Дуве и Эдли. Оставь меня. Возвращайся к своим женщинам. И береги их, как зеницу ока. Боюсь, след уже остыл. Даже если трус умер, мы что-нибудь придумаем. Что, например? Придет время, увидишь. Могла бы иногда быть помягче. Могла бы. Но ведь такую ты меня и любишь, правда? Ого. Это, наверное, и есть Морквург. Ничего себе аппетит. Ага. Прямо-таки волчий. Кусок. Хоть один кусок. Один кусок. Крошку. Есть. Есть. Холера. Только не это. Похоже, он нам не рад. Это он еще меня не разглядел.
Геральт из Ривии. Наш герой. Ну и ветер. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Йорры, недоумок! Бросишь еще раз, протащу под килем! Мы можем поговорить? Не видишь, я корабль готовлю. Идем на нильфгардских собак охотиться. У меня на уме добыча посерьезнее. Моркварк. А, такие, значит, пироги. Ну, спрашивай, во имя Фрей. Ты видел, как Моркварк напал на рощу? Говорят, только ты и выжил. Верно. Чудом только спасся. Видать, в тот день Великая Мать хранила меня. Ха. Значит, на жриц ей было наплевать. Выходит, что так. Мортварк связал их, а потом перерезал им глотки, как жертвенным лошадям. И хохотал. Понимаешь? Он хохотал. Но Верховная Жрица Ульвия прокляла его с последним вздохом. Ты озверел. Так останься же зверем навечно, святая женщина. Что случилось с Морквардом? В это трудно поверить, но он тут же порос шерстью. Рожа его вытянулась в морду, как у пса или волка. Он завыл и бросился на своих же людей. Они пытались бежать, но он был быстрее молнии. Когда он их убивал, жевал им глотки, они сразу рассыпались в пепел. Так-то. Паршиво. Это непростое проклятие. Многоуровневое. Таково могущество Великой Матери. И ты не помог жрицам? Почему? А что я мог сделать? Один против дюжины разбойников. Что ты так смотришь? Да вот удивляюсь. Люди Скеллиги просто помешаны на чести, храбрости. А ты так просто сбежал. Я не горжусь этим. С того дня я ищу достойной смерти в море. Но богиня пока не призвала меня. Спасибо за помощь. Да направит богиня твой меч. Так с чего мы начнем? Пойдем к дереву, о котором говорили жрицы. Собрался пустить себе кровь для богини? Это не обязательно. Но трус наверняка так поступил. И он мог оставить какие-нибудь следы. Трус здесь был. Смотри, видишь отпечаток? Здесь он припал на одно колено и принес жертву богине. Здесь следы крови. Видишь? Нет. Я, конечно, не человечески красива, только нечеловеческого зрения, как у тебя, у меня нет. Поэтому вниз тебе лучше не спускаться. Не обижайся, но в этом буреломе и грязище ты будешь для меня... Как гиря на ноге. Я хотел сказать это поделикатнее, но... Да, примерно это я и имел в виду. Хорошо, как скажешь. Если что, я помогу тебе заклятиями со стены. Я думал, ты будешь возражать. Я? Что ты? Я удивительно кроткая особа. Йен, посмотри мне в глаза. Ты что-то придумала? Ну, конечно. Как завоевать корону Тимерии и взять Каэр Морхен в ипотечный кредит? Ну, иди уже.
Кровь труса. Очень много крови. След сразу видно, по нему и пойду. Неглубокие следы. Он шел осторожно.